Уважаемые зрители, видосик. Здравствуйте всем. Попробую вот поснимать в режиме 8К. Камера как? Отличие. Пишите комментарии. Ну и вот на ловца и зверь бежит. Увидел я Димку-невидимку. Сейчас я поинтересуюсь у него про паспорт. Я же говорю, он откуда-нибудь появится. Ты не ходил в этот? Да ходили мы, но мы... Не успели, да? Да, немного мы не успели. Есть проблемы. Да. А сейчас, как думаешь, можно сходить, забрать? Да можно, 15:08. Сегодня что у нас? Четверг. Ну. Я сейчас просить тебя не буду, Саша. Я просить не буду, потому что... А что это просить? Я вам дал. Ой, вы... блядь. Дурак, у меня же два... Ну, вот один, видишь, что творит, блядь. Что, дал? Второй сейчас подходит ко мне. Саня, выручи, помоги 100 рублей. Я тебе гандон, я тебе только что бутылку водки купил и пачку сигарет, блядь. Вот кому? И денег у него в этом лежит. 500 рублей в кармане. Он еще подходит, 100 рублей у меня просит. Схуяли, блядь, вообще не понимаю. Димыч, пойдем сходим, заберем паспорт. Женек, он пошел, по-моему, на этот, на шестой выход. Или вы выпили эту бутылку, которую я купил? Сашка, здравствуй. Женек, это. Сашка, здравствуй, просто хочешь, поэтому мы немножко отошли. Я да. Сашка, а заводной. Я бы с Димкой дрались. А. Ну, мы дрались. Да не надо драться, пойдем это. Не надо. Все, ребят, Саш, нормально? Саня. Его предела нету. Пойдем это, заберем давай, паспорт. Блин, нет, псих. Ну, я понял, что ты взял. Сейчас на шестой лифтовой они, скорее всего, да? Кто нет, они? Он один, Женек, был. Да ищем людей. Не, лысый с левой. Я был на шестом, не было. Они у нас в подъезде, только были в гости, заходили. Я на шестом был, их там не было. Когда? Минут 20 назад. Да мы только что пришли оттуда. Я. Спасибо. А что делать? Саша. Ехать, искать, Саня. Гораз. 200 рублей, да? Я ж купил бутылку водки, блядь, алле. Ну я не миллионер же, нахуй. Ну я знаю, что ты не миллионер. Я не знаю, кому. Краска сердце. А. Кому? Что, у тебя есть? Чего? Или нет? Копейка. Саш, кому я деньги дал? А зачем? Ты коллекционируешь деньги, что ли? Нет, за балалаечку. А что, молчу? Нет, блядь, вот вы теперь за эту балалаечку будете нахуй, будете я, целый год создать я ее, блядь, привезу. Нет. И разобью тебя об голову ее, нахуй, ну, балалаечку. Да. Испанский воротник сделает. Понял, ты теперь за балалаечку будешь теперь, тянуть, что, блядь. Целый год, Саш. Санируй, Саня. Теперь год, за сколько бы ты ее продал? За сколько бы ты ее продал? Мне 3000 предлагали. Кто тебе предлагал? Давай я зад привезу, и ты продашь 3000 пополам разделим, нахуй. Давай. Там мне надо... С этими струны какие были? Батьковые? Конечно. Да, там вообще... И гитара разбитая. Не разбитая. Охуенно. Гитара хорошая. Не да, разбитая. Да. Обычная китайская балалайка, блядь. Да. Хорошая, Коломбо. Там охуенно. Вон тебе сейчас причитает. Коломбо. Обычная гитара китайская, которая в магазине стоит, ну, пятерку. Не, ну она... Ну, за 500 рублей он бы киргизам ее продал. Максимум. Максимум. А пропил он уже 1500, блядь, за нее, нахуй. И еще деньги просят. Да. Еще деньги просят. Иди помой сначала их. Хорошо, скоро. Дим, ты пойдешь за паспортом? Это да. Просто мозоль. Пойдем. Пойдем сюда, дойдем. Сань, а можно с вами? Сань, ты хочешь со мной общаться? Нет, я тебя попросил выкопай яму за 3000 рублей. Ты не хочу. Вчера ты просил работу, сегодня ты работать не хочешь. Так ты на мне нахуй, какой с ней работа? А? Пошли, пошли. Бля, это долго. Это долго. Я так не могу. У меня времени нет столько с ним ходить. Куда деньги давали? Какие деньги тебе-то хоть давать, блядь? Заебал, Олег. 200. Че, прихуели, что ли? 200, блядь. Вы охуели или что, я не пойму. Ну.
Я купил вам пузырь. Тебе сколько надо, блядь? Напоить тут, блядь, на 5000 тебе пропить, нахуй. Я не пил. А чего ты от меня хочешь? Кому давал? Ты уже, блядь, как требуешь от меня, нахуй. Нет. Саша, тебе? Ну ты бухой. Был бы ты, ладно, с похмелья там, ну что, ты бухой в говно стоишь, блядь. И что-то еще проще, блядь. Еще присяду три раза. И, блядь, пузырь только что я вам купил. Только что, блядь, я купил. Пачку сигарет и пузырь. Не было. Вы все втроем здесь, вчетвером, пятером сидели, нахуй. Не было, Саша. Ты что, дурак, блядь? А, когда ты пришел. А, блядь, когда ты пришел, а я пошел, а я чего? Ну да, я понял. А я при чем? А я на 20 минут пошел. Или мне, может, с рюмками, блядь, это приходить. А, ты поспать пошел. Я тебе пошел за водкой, а ты хуй забил и пошел спать, нахуй. Короче, Димон не идет за паспортом, пизду. Я ничего не делаю. Телефон, а не сегодня. Короче, это работает.